Знал одну проститутку, она ебалась не на шутку. У нее была такая пизда, что помещалась три хуя. Образно говоря, как диаметр железного ведра. Она любила, как хуем трясли возле ее лица. Эта мразь со школьных год себя еще плохо вела. Соблазнила отчима, который ее ебал вместо мамаши. Она высасывала сперму, словно как кашу. Грязная мразота, одним словом, она сосала у всего двора поголовно. Ебалась везде, где только можно. Она ебалась даже в блевотине, ей было не тошно. Ее ебали даже бомжи, у которых ноль было в кармане. Она ебалась с ними, потому что ей было грустно. Грустно от того, что в 30 лет ничего не заимела. И в один момент она немного поумнела. Сказала, теперь буду ебаться с теми, у кого есть мани. Теперь ее старые обеспеченные пердуны ебали, у кого хуй был гармошкой и сморщен. И это еще не все, он также был тощим. Она не получала наслаждений, но за мани она готова была терпеть много этих унижений. Мой хуй в пизду, я остаюсь тру. На листочке пишу, что знаю и смотрю. Бритина мне нравится, мой бредовый сленг. Шлюхи, идите нахуй, удачи в гэнг-бэнг. Мой хуй в пизду, я остаюсь тру. На листочке пишу, что знаю и смотрю. Бритина мне нравится, мой бредовый сленг. Шлюхи, идите нахуй, удачи в гэнг-бэнг.